Жители запорожской пятиэтажки уже около недели страдают от невыносимого трупного запаха, доносящегося из одной из квартир. Правоохранители на ситуацию не реагируют. На месте событий были наши журналисты. Дом по улице Бочарова, 16Б, кооперативный, ныне преобразован в ОСМД. Здесь жители все друг друга знают. Особое внимание уделяют одиноким пенсионерам. Вот и в этом случае неделю назад одна из таких пенсионерок, Галина, перестала появляться во дворе. Я ее видела последний раз, когда, Настя? 24 или 25 августа. Потом я стала, вижу, что ее не вижу 2 или 3 дня. Я стала звонить, стучать, никто не отвечает, тихо, ни шума никакого, ничего нет, понимаете? Вот и тогда уже забеспокоились. В этом году, 12 августа, женщина отметила 80-летие. Соседи предполагают, у нее мог случиться инсульт. Вызвали полицию, а перезвонили ритуальщики. Ольга показывает свой телефон, говорит, в 19:34 был звонок на 102. Спустя несколько минут на ее мобильный просто посыпали звонки ритуальных служб. Вот уж кто оперативно работает, так это они. 19:40 уже пошла ритуалка, 19:41 вторая ритуалка, 19:42 вторая ритуалка, 19:49 третья. И 0,94, это 20:04 уже 4 или 5. Впрочем, полиция тоже приехала. Правоохранители покрутились у дверей и ушли. Забегает сразу, запечатывает и говорит, вы нарушите закон, если вы сейчас скроете. И все, вы нарушаете закон. Мы готовы брать на себя ответственность, были. Помочь человеку и спасти, отвезти, может, в реанимацию, если там живой человек. Как мы сделали 7 января. У нас был случай, скрывали, брали на себя ответственность и оформили, и отвезли человека в 6-ю, пока приехала племянница с Москвы, и человек жил, месяц жил. А здесь люди умирают и лежат по 2 недели. Такие у нас законы. Дверь осталась опечатанной, а смрад в подъезде усиливается. Люди понимают, что спасать там уже некого. В квартирах нечем дышать. Запах распространяется по душникам. Вот это дня, наверное, 3 уже здесь. А так я сразу не понимала. Вот что-то такое было, но еще не такое воно резкое. Я все заходила, думала, что нет, у меня же порядок, туда-сюда. Нет таки что-то. А потом это уже... Как начало, так... По душнику, да? Ну да, 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 да. Дуже, детка, погано, тяжело. Выходим на улицу. Одна из жительниц этого дома рассказывает нам ужасающую историю. В начале этого года в этом доме уже была похожая ситуация. Одинокая старушка перестала появляться во дворе. Схема та же. Полиция, решение суда, вскрытие квартиры. Из-за волокиты с бумагами старушка помощи так и не дождалась. Прождали 2 недели решения суда. Когда вскрыли квартиру, уже получается, женщина умерла за 3 дня до того, как вскрыли квартиру. То есть она все это время была жива? Она была живая, она требовала помощи, она не могла, она просто лежала в коридоре. Вот, вот упал человек, потерял сознание, лежал в комнате. И кричать не могла ничего. Ну, видать же, не могла, если бы могла, да, какую-то аж помощь бы оказали. По истечению полугода, все, там уже другие хозяева намещаются вроде бы как. Пока поэтому, ну вот уже, да, женщина какая-то, совсем посторонний человек, приходила с документами. Выходит, женщину тогда можно было спасти, но закон не позволил. Сегодня люди в отчаянии. При службе прокуратуры нам сообщили, что по этому адресу есть другие родственники, которые живут в другом городе. А потому, пока они не объявятся, дверь вскрывать не будут. Соседи о наличии родственников слышат впервые. Говорят, женщина жила одна. Пускай пожилой, одинокий человек передает или ключи, или же информацию родственникам, куда, что можно обратиться. Все, чтобы не было таких вот сейчас, куда мы, вскрыть мы сами не вскроем, потому что это судебное дело. И вот так вот лежит труп в квартире. Вероятно, единственный способ оперативно реагировать в таких ситуациях – это без санкций взломать дверь. Однако в таком случае можно получить проблемы с законом. На момент подготовки сюжета стало известно, что дверь наконец открыли. В квартире обнаружили мертвую пожилую женщину. Причину смерти установит судмедэкспертиза.